Ух ты, блин, сазанчик. Черное пятно — это малек, а рядом вот эта мамка плавает. Вот она. Сейчас я ей китайскую лягушку предложу. Thank you.
Всем привет! Это вторая серия о моем пребывании на рыбалке вот в этих вот местах. Приехал для себя в новые места. Что мне здесь очень сильно понравилось, что в этих местах вообще нет людей. За 3 дня, что я здесь уже нахожусь, я никого не видел в глаза. Никаких приезжих, что приезжали рыбаки, еще кто-то, вообще никого. Кроме какой-то природы, птичек и всего такого. И рыбы, больше никого, ничего. Тишина полнейшая. Понравилось, конечно, мне здесь очень. А сейчас я перезакинул закидушки все, закормил. Только что вытащил, отпустил сазана. Это вы можете посмотреть в первой серии. А сейчас я передохну чуть-чуть, позавтракаю и беру спиннинг и удочку и отправляюсь вниз по течению, туда искать места интересные, половить какую-нибудь рыбешку. Ну, закидушки пусть стоят. В принципе, я издалека слышу звон там, где я сижу. Так что все, пошел я, двинул дальше. Клевка у них постоянно брынчит. Кто-то там попался. Наверное, сазанчик. Небольшой сазанчик. Здесь закидушек у них, правда, целая куча. Расставлено. Не особо крупный. Все, дальше пусть сами потом закидывают. Ну что, отправился я в бродилку в поисках какой-нибудь рыбалки интересной. Пойду похожу по окрестностям. Сейчас посмотрим, может, найду что интересное по рыбалке. Ищу, где-то здесь есть перекатик интересный. Хотел начать с жереха попробовать. Вот здесь, в принципе, можно жереха попробовать поймать. Фрикцион надо чуть расслабить, что у меня змееголова сейчас настроена здесь все. Перемотал плетенку, другую намотал, потому что вчера пару лягушек остались во рту у змееголовов.
пришлось сменить плетню. Иначе сегодня та же самая история бы повторилась. Ну, посмотрим еще, будет он там клевать сейчас или нет. Сейчас дойду до этих болотец. Ну вот он, перекатик. Здесь может стоять жерех. Вода со вчерашнего дня сильно упала. Не знаю, сейчас проверим. Если здесь его нет, то я даже не знаю, где его еще ловить, пробовать. Здесь такое место хорошее. Стараюсь ходить по коровьим тропкам здесь, потому что они на себя всех клещей собирают. Фу, блин. Иду полностью в закрытых сапогах. Первая причина — это, конечно же, клещи. А вторая причина — это мелкая колючка такая. Я вчера первый раз, когда сюда пошел, пошел в кроссовках и в трико просто. Ну, трико я кое-как отодрал от этих колючек. А вот кроссовки даже не стал пытаться отдирать. Там так они повпивались, эти колючки, что просто нереально их оттуда выдрать. Ну, приходится пройтись, чтобы порыбачить. Ничего не поделаешь. Еще эти места отличаются тем, что я больше нигде и никогда не видел, чтобы было вот столько клещей. Ну вот здесь вот я не знаю их сколько. Штук 20, наверное. Это мы за раз с собак сняли столько клещей. С ушей там отовсюду. Не успели даже прицепиться они. А вот это вот все вот именно с собак. Я не знаю, есть такая теория, что мы ходим как бы по протоптанным дорожкам. И там типа уже все клещи сняты и так далее. Не знаю, может быть, поэтому на нас их нет. А может быть, мы им не интересны. Без понятия. Но клещей, конечно, здесь тьма прям. Столько много клещей я еще никогда не видел. Ну, смотрите. Просто куча. И это вот за один раз собак поснимали. Вот такая вот тема. Так что не знаю. Вот здесь у них за ушами, короче, ну, влазят в уши клещи. И вот отсюда мы их вытаскивали прям с ушей. Редко, когда просто где-то в тело впиваются. В основном вот в уши влазят. Сейчас вроде бы не видно. А вчера после прогулки прям их там столько было, что офигеть. Ну вот, клещесборники бегают, два штуки. Дошел, в общем, до места. Сейчас вот в этих болотцах буду пробовать ловить. Вода чуть ушла, вон змей уже играется здесь. Сейчас поставлю лягушку. Буду пробовать здесь ловить. Снял все-таки сейчас с себя одного клеща, зацепил, поэтому сейчас быстро осмотрюсь, то все и начну рыбалочку. Так, ну все, начинаем. Я еще взял поплывочку, хочу проверить здесь именно вот в этом болотце, в самом крайнем. Здесь очень много какой-то рыбехи плавает. Я так и не смог рассмотреть, что это за рыба. Хочу попробовать поймать, посмотреть. Я примерно знаю уже, где здесь змей стоит. Вот там под деревом, в камыше. Постоянно стоит 1-2 змееныша. И вот вчера у меня именно в том месте поклевок 10, наверное, было.
В общем, там ни одной поклевки я не получил. Решил пройтись немного еще дальше. Посмотреть, как там дела обстоят. Так, селедка пошла, короче, на удочку. Ходил-бродил. Нашел вот такое вот местечко. Вот туда под дерево сплавляю. Прям поплывок по течению. И вот там случаются поклевки. Такая рыбешка, конечно, жареная, она просто обалденная. Прям вот таких вот жаришь, мелких, до хрустящего состояния. Прям на голову ему кинул. Получилось так, что он там стоял. Я ему прям на голову закинул. Но по итогу он все равно соблазнился. Поплыл. Ну, здесь прям все видно, вода прозрачная. Тронулся, доплыл, схватил. Ну, такой вот жадный. Сейчас я его отцеплю, отпущу. Да что ты дергаешься? Ну, этот хоть хорошо прошился. Он прям крючок в нижнюю челюсть вошел. Да. Челюсть ему, конечно, не разогнешь. Вроде бы маленький такой. Рот не открывает. Блин, ты еще попробуй вытащи с него эту лягушку. Ну, такой небольшой зверок. Иди. Сразу в кусты пошел. Долго я бросал, чтоб еще одного уговорить. Но этот уже такой покрупнее. Лягушку проглотил полностью. Вот такой вот. Не знаю, как вытаскивать. Сейчас посмотрим. Я ему сам так дал чуть время после атаки, чтоб он лягушку заглотил. И он ее заглотил. Да так заглотил, что я теперь не знаю, как я ее вытащу-то. О! Вообще прям заглотил. Нет, довольно просто вытащил. Вот такой побольше. Килограммчик. Может, чуть даже больше килограммчика. О! Зверюга. Я его, думаю, не в это озеро выпущу, а вот в это мелкое. Пусть здесь тусуется. Странное поведение. Обычно после того, как отпускаешь их,
Они сразу сваливают, мгновенно. А этот что-то, блин, припечалился. Ну, что, так и будешь валяться? О, красиво, да? Все, еще один есть. Вижу, маленький змей стоит. Сейчас попробую прямо у него над головой провести. Вот здесь вот он. Вот он. Ну, хоть стукни. Я вообще... А, нет, он... На это он шугнулся. Не поклевка была. У меня есть очень маленькие лягушки. Я с Алиэкспресс заказывал себе. Хотел заказать самые большие. А мне пришли, короче, самые мелкие. Вот такие вот миниатюрные. Надо будет сюда с ними прийти, попробовать их побросать. Не знаю, там прям ураган идет, смотрите. Песчаная буря целая. Не знаю, сюда идет, не сюда. В общем, вокруг везде дожди идут. Облачность. Попрохладней стало. Весь день такое пекло было. Вообще не знал, где спрятаться. Пекло прям жутко. А сейчас вот наоборот прохладно стало. И я выбрался закидушки переставить. Сейчас, наверное, дождь начнется все-таки. Потому что тучи везде кругом. Я думаю, все равно какая-то да над нами пройдет. Посмотрим, а может обойдет все. Ну вот там прям ураган. Прям видно, там песок до небес подняло. В общем, все это сюда надвигается. Короче, я побежал отсюда, пока меня здесь не сдуло. Ураган чуть прошелся. Ну, еще и ветер дует. Взял ультралайт. Решил погонять здесь кого-нибудь, кто здесь плавает. Карась и так далее. И сейчас буквально грузится крючочек, опарыш, и погнали. Проводку здесь не получится делать, много коряк слишком здесь. А вот так в отвес подергиваешь. Живец клюет, короче. А я хочу попробовать карасика все-таки поймать. Кидай, твоя очередь. Закидывай, закидывай.
Поехали, короче, через Кушары в другие места в поисках рыбы. Ну, как минимум, рыбалки хорошей. Сейчас посмотрим, там какие-то есть заливы неплохие. Там попробуем порубить. Только Дэн прет вообще через самые Кушары. Я здесь весь в пауках уже. Вон она же дорога. Вон она же. Это дорога? Что-то я не вижу здесь дороги. Вон там дорога на выход. Смотрите, какая красота. Здесь вот они ходят, но я сейчас не вижу. Ну я не вижу в камеру просто. Я знаю, что они там есть. Я приблизительно навожу. Вот здесь, вот они. Вот они. Вот видите, плавают. Вот они. Вот они. Слушай, там один такой нормальный, длинный. Давай, кидай. Сейчас Дэн ему кинет прям под нос. Проведет. Ого. Тронулся? Так, еще пробуй. Давай, прям на голову им. Блин, а я маленький опять забыл взять. Взял? Я-то взял, но нет. Я его тащу на лягушки, короче. Может, сильно не будешь засекать, а то расшугаем сейчас там все. Отпустил? Ну тогда надо. Иди чего поближе. Не-не-не-не. А не, он не шугнет. Да я ж отсюда все вижу. У меня они вон как на ладони, вот они. Что, попал? О. Маленький опять. Большой левее. Вот он большой пошел. Ага, вижу. Стой вперед, там рыба там стоят. Вижу. Ну, бери. Ну. Блин. Надо это, наверное, лягушку поменьше. Яркую надо. Ну-ка давай. Ага. Ух ты, ничего себе у него там морда. Слушай, я вижу. Ну, давай, бери. Это, походу, твоя лягушка на лягушку не похожа. Черное пятно — это малек, а рядом вот эта мамка плавает. Вот она. Сейчас я ей китайскую лягушку предложу. Не хочет, да? Смотри. На один раз она у тебя ее схватила. Маленькая. Вот смотрите, сейчас я вам покажу малька змееголова. Вот она, туча. Да, они сейчас разбегутся все. Крупняк. Мамки-папки залезли вот сюда сейчас. Камыш, а малек вот он тучкой такой ходит. Так выглядит.
это столько выводок у змееголова получается. И родители рядом плавают, охраняют их. Ну, какие. Ветер, блин, начался. Нехорошо, конечно. Но змей здесь есть. Вода, правда, очень прозрачная. Нас видно, как на ладони. Придется как-нибудь кидать вот так подальше. Блин. Ушел. Ну как, между двумя зарослями. Да, ветер мешает. Ух ты, слушай, у меня, по-моему, крупный. Да. Или мне так кажется. Ну, что-то идет вообще прям жестко. О! Опа-на! Смотри, длинный, тонкий, но длинный. Нифига себе длинный. Вот это реально на змею похож. Так, ну у меня инструмент весь у тебя, надо к тебе идти. Реально змея, смотри. А это и листья. Длинный и худой. А видишь, вон светлый, это не местный, не болотный. Ага, не в ту сторону стартанул. Блин, сейчас кипиш такой наведет, ё-моё. Он реально длинный, конечно. Да, походу он проглотил конкретно лягушку. Дал я ему это сделать, подождал чуть-чуть. Теперь не знаю, как вытаскивать буду. О, ничего себе! Ты что, дурак? Смотрите. Вообще, самое жерло. Этот молодец, хоть рот сам открывает. Нормально он заглатывает.
Смотри, у него пол головы черная. Или это его в берег воткнул? Нет, смотри. Нет, смотри. Действительно, пол головы черная. Почему-то. Ну что, открывай рот свой. Во. Что-то он, по-моему, уже его кто-то ловил. На пол головы он прям черная. Маскировка у него какая-то неравномерная. Пополз змей, пополз. Смотри, что чувствует, где вода, что ли? Ну, кто его знает. Устал. Ага. Но выдохся. В общем, покатались, змееголова погоняли, жереха не было, объездили весь берег. Сейчас переделал поводки, парочку нормальные сделал. Кукуруза сварена, в общем, сейчас буду перезабрасывать, нормально прикормлю. Вчера я здесь пробовал ловить на удочку. Поклевок очень много было, но рыбу так и не удалось мне поймать. И поэтому здесь на помощь приходит ультралайт. Это просто там, где вы не можете поймать рыбу, какую-то мелкую, которая, знаете, клюет, но которую фиг поймаешь. Вот здесь как раз таки и помогает ультралайт. Он ее ловит просто обалденно. Оп. А вот и рыбеха. Вот такого живца на ультралайт как раз таки можно таскать одного за одним. Это мелкий жерешок. Вот. Они вообще охотно клюют. Ну, карась, конечно, тоже ловится. Но реже. Здесь были поклевки, и вот на этот тоже была поклевка на первый, а на том кто-то сидит на втором. Только что подходил, смотрел, тянуло ее. А здесь зацеп. Обошлось. Сейчас посмотрим, кто там. Карась, наверное. Ух ты, блин. Сазан? Сазанчик. Я подсак даже не стал брать. Я думал, карасик сидит маленький. О, за хребтину цепанулся.
Ну такой нормальный, в принципе, сазанчик. А? Мешочек. Что надо? Да что кидать? Мне все равно наверх за удочками. Ничего, что он такой? Ну, нормальный. Полторашка. Я думал, поменьше будет. В общем, приехали на обратном пути, прям вдоль берега ехали, далеко ехали, долго ехали, приехали вверх речки, на скалы, половить жереха. Ну, что-то жереха видели сверху, со скалы, но, блин, сейчас ветер поднялся сильный, не смогли там забрасывать нормально вдоль скалы. Я пошел вот сюда вот проверить. На этот камень отсюда побросаю. Мне кажется, здесь жерех должен стоять. Сейчас глянем. Фу. Да, интересное место, слушайте. Место-то интересное. Ух ты! Да здесь красота какая. Но ветер, блин, весь кайф ломает. Непогода. Была бы сейчас хорошая погода, можно было бы рассчитывать на клев 100% здесь. Глубина здесь конкретная. Но, блин, погода подвела. Как раз пока ехали, все нормально было. А вот сейчас началось. Дождь идет, вон там видно, туча приближается. Забрасывать невозможно даже. А место классное так. По хорошей погоде здесь можно половить. Но явно не сейчас. В общем, не удалось нам порыбачить вечерку на жереха. Сейчас время всего 4 часа. Но видите, как потемнело. Дождь полил. Короче, зря мы сюда ехали. Столько времени. Собрались ехать домой. Хватает на сегодня рыбалки, в принципе.
Ну а впрочем, я опять пару дней отдохну, как всегда, и уже отправлюсь на новую рыбалку. Не знаю, либо поеду на судака, либо на другой берег речки. Также охотиться на сазана, амура и так далее. В общем, будет видно. Пока точно ничего сказать не могу. Ну а вам спасибо за внимание. Всем хорошей рыбалки, хорошего отдыха, отличного настроения. Я домой. Все, всем пока-пока.